наш блок силовых упражнений. Это с гантелями. Если у вас нет гантелей дома, вы можете набрать бутылку воды. Ну, достаточно, ну, в принципе, удобно ее держать. Она просто будет потяжелее, чем полулитровая бутылочка. Я буду показывать с гантелями. Надеюсь, что у вас дома есть. Сначала мы встаем, вспоминаем, на ширине таза ножки слегка согнули, ручки прижаты, локти прижаты у нас к туловищу. И выпрямляем ручки назад. Выдох, вдох исходное, выдох. Мы сейчас работаем с трицепсом. Выдох, выдох. Шесть. Возвращаем в исходное положение руки. То есть мы не машем его вот так вот, да? Вот они зафиксированы, зафиксированы. Еще два раза. Выпрямляем и возвращаем в исходное положение. Замечательно. То есть у нас работает вот эта мышца, то есть трицепс. Встаем на ширину таза. Подняли правую ручку вверх. И опускаем за противоположное ушко. Опять же на выдох. Еще. Выпрямляем до конца локоть. Если вам сложно возвращаться в это же исходное положение, вы можете ручкой поддерживать локоть. Угу. Выполняем 10-12 раз по вашим возможностям. Замечательно. Поменяли. Взяли гантельку в другую ручку. Опять же опускаем за противоположное ушко. И выпрямляем до конца. Вы должны чувствовать, как работает трицепс. И еще два раза. Замечательно. Берем две гантельки в руки. Соединили, выпрямили ручки над головой. Опускаем назад. Вот показываю, как это выглядит. Ножки на ширине таза. Выпрямляем локти до конца. Локти мы не разводим в сторону, да, а стараемся наоборот, чтобы они как бы стремились к друг дружке. Закончили. Следующее упражнение. Ноги на ширине таза, ручки вытягиваем перед собой. Опустили кисти вниз и опустили ручки. Угу. Задержались, опустили. Ручки параллельно полу. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Вытянули ручки вниз, да, спинка ровная. И поднимаем ручки параллельно полу. Задержались, опустили. То есть мы прорабатываем все пучки наших мышц. Угу. На выдох. Молодцы. Хорошо. Еще 4 раза. И последний раз. Замечательно. Теперь мы ложимся на коврик с гантельками. Поднимаем правую ручку прямо перед собой. Отвели под углом 45 градусов. Зафиксировали. И опускаем за противоположное ушко. И выпрямляем. Угу. Опять же делаем 10-12 раз. Выпрямляем локоть до конца. Ручкой поддерживаем, зафиксировали его в статичном положении, в смысле в одном положении, чтобы он у нас не гулял. И мы вот должны почувствовать, как у нас работает трицепс. Угу. Поменяли ручку.
выпрямили перед собой, наклонили слегка и теперь опускаем за противоположное ушко. Держим для фиксации, поддерживаем локоть. Опускаем за противоположное ухо. Чувствуем, как у нас работает вот эта мышца. Самая нами нелюбимая, когда мы начинаем летом раздеваться, она выдает наш возраст. Теперь берем обе гантельки ручки. Опять же вытянули перед собой. Слегка наклонили, вот здесь зафиксировали, в это исходное положение будете приходить. Опустили за голову, выпрямляем до конца. Выдох. Угу. Хорошо. Молодцы. Еще 5. Замечательно. Закончили с гантелями. Теперь наше любимое упражнение кузнечик. Ладошки у нас впереди. Вперед смотрят пальчики, да? Чем дальше, тем сложнее выполнять упражнение. Чем ближе, тем легче. Ну, я имею в виду к тазу. Начинаем работать. Сгибаем только локти. То есть мы не тазом работаем, да, а локтями. Локти назад. Мы опять же работаем с нашими трицепсами. По возможности. Ну, достаточно. Кто-то может выполнить всего один раз. Все. Закончили.